Доброе утро. Мы продолжаем тему сахарного диабета. И сегодня мы начинаем останавливаться на методах лечения при сахарном диабете. Основным методом лечения является диета. Диета и физические нагрузки. Без них при сахарном диабете ни при первом, ни при втором типе мы не обойдемся. Если нам тяжело считать хлебные единицы чаще всего считают это первый тип сахарного диабета, молодежь. Для пациента второго типа тяжело, не хочется, лень. Для него существуют примерные, мы приведем пример, фрукты, сколько можно с фруктов. Если мы ладошку свою сожмем в кулак, это количество фруктов, которое можно съесть. Если мы соединим наши ладошки вместе, это количество овощей, которые мы можем съесть. Мясо. Мы возьмем свою ладошку, в ней поместится кусочек мяска. Столько можно съесть. И жира. Если мы покажем свой большой пальчик, кусочек маслица, мы можем съесть в каше. Или же мы берем тарелку, обычную тарелку, делим ее пополам. Эту половину можно занять полностью овощами, которые не считаются овощи, пол тарелки. Вторую половинку мы делим еще раз пополам. В этой четвертушке находятся углеводы, количество углеводов, и в четвертушке находится мясо. Мясо в четвертушке и углеводы находятся в четвертушке.